как в одном чудесном царстве, Расторгуевском государстве, нынче праздник возвещен, день рабочий прекращен. Идея создать клуб для активного отдыха и общения людей золотого возраста в Расторгуевской библиотеке родилась 20 лет назад, задолго до появления в Подмосковье программы «Активное долголетие». Один из создателей, а теперь постоянная участница клуба Елена Александровна Нагорнова, помнит, как все начиналось. Я и тогдашняя заведующая наша Валентина Моисеевна, мы с ней вдвоем основали этот клуб. Вот. Идею эту и название это подарила нам Татьяна Викторовна Лукашова, наш директор. Впервые заседание клуба «Золотой возраст» прошло 31 марта 2002 года. С тех пор такие встречи в Расторгуевской библиотеке проводятся на регулярной основе. Собираемся, правда, раз в месяц, но сидим очень долго, несколько часов. Идет у нас сначала официальная программа, потом просто идет общение. Уже все друг друга давно знают, стали друзьями. И это, вот, я считаю, самый главный итог 20-летней работы клуба «Золотой возраст». Что люди нашли здесь, как бы второй дом и общение. Круглую дату 20 лет со дня рождения клуба отметили также большой и дружной компанией. Шикарный стол, как и программу праздника, готовили все вместе. Я пришла поздравить вас, бабка Ёшка, высший класс. Буду гости яркою, а дарю подарками. Каждая встреча клуба «Золотой возраст» – это обсуждение интересных тем, праздников, событий, демонстрация презентаций, викторины, загадки и даже костюмированные сценки. И все это за накрытым столом, за чашечкой чая. Собственноручно приготовленные угощения приносят сами участники. Нам очень здорово здесь в клубе, и мы с удовольствием откладываем все дела, если не болеем, конечно, и приходим каждый месяц. Это у нас замечательный праздник. Каждый месяц. Отлично. На протяжении уже 20 лет я потрясаюсь, как Татьяна Евгеньевна это все осуществила. Большое за это спасибо. Мы настолько друг друга узнали, настолько друг другом подружились. Мы здесь можем рассказать все, что угодно. Ну, знаете, иногда бывает так в нашем возрасте, как-то нас не очень слушают молодые, а здесь мы можем говорить, мы все друг друга слушаем, все друг другом совсем делимся и превратились в одну большую общую семью. Встреча «Золотого возраста» проходит раз в месяц, по субботам в 15:00. Присоединиться к клубу может любой желающий. Следите за афишей. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.